Привет, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами эффективным народным вкусным средством лечения простатита в домашних условиях. Также в конце видео я оставлю в подсказках, какие упражнения нужно выполнять, чтобы процесс пошел намного быстрее. Ну что, вы готовы? Поехали! Для этого нам понадобятся семечки тыквы, сырые, обязательно не жареные, хорошо высушенные, грецкий орех и мед. Мед можно взять любой. Основной из этих ингредиентов – это семена тыквы. Они играют ключевую роль в мужском здоровье из-за высокого содержания в них цинка, важного минерала для простаты, а также других микронутриентов, которые поддерживают деятельность мужской репродуктивной системы. Одна столовая ложка с горкой семечек тыквы или 2 чайных ложки. И добавляем 1 чайную ложку меда. Хорошо перемешиваем. Если у вас мед, как у меня, густой, можно немного растопить на водной бане. Если у вас есть блендер, можно взбить блендер. И добавляем несколько штучек грецкого ореха. В грецком орехе омега-3 больше, чем в любых других орехах. Эти жиры положительно влияют на умственную активность мозга, борются со стрессом. Фолиевая кислота и витамины В, которым богат орех, благотворно воздействуют на нервную систему человека. Употребляем это в каждый день в течение месяца, за полчаса до еды. И результат не заставит себя ждать. Друзья, ешьте это вкусное лекарство, выполняйте упражнения, которыми я с вами поделился, и будет вам счастье. Если вам это видео было полезно, поставьте этому видео лайк, поделитесь с друзьями. Всем крепкого мужского здоровья, удачи, радости, счастья и до новых встреч. Скоро увидимся.